давайте последуем ее примерно, Тенниэль. Я отправлюсь направо, а вам, как капитану, представляю центральный проход. Если вы, конечно, не против. Какая разница? Постарайтесь не заблудиться. Так, отлично. Давай еще медленнее, иди, пожалуйста. Спасибо большое. Это не я, если что. Федор Сапрунов. Блин, как прикольно. Нифига, тут можно вот эту меч и что-то такое. Это дробовик? Ха-ха-ха, блин, прикинь. Вот этот дробовик можно достать. Блин, офигеть. О. Так. О, другой разговор. Есть, капитан. У нас сразу от мануаров ничего не осталось уже. Пипец там, лоханка, брили, пипец. Кошмар, не корабль, а говно какого-то. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Корсар 2, пират Карибского моря. Вот, а в прошлой серии мы там, против Салхарда, да, тут сандалим форт, захватили, освободили старика. Вот, и сейчас нам надо плыть к острову какому-то там, Каэль-Роа. И я так помню, что там вроде как раз-таки с Салхардом надо будет драться опять. Вот, там он будет на мановаре, я точно не знаю, мановар хуже или лучше. Но нам надо бы пересесть, получается, на... Хотя, в принципе, у нас два пусети будут. Ладно, давайте мы своим же мановаром захватим, посмотрим, сравним. Ну, в смысле, на абордаж. Если что, то просто возьмем его себе тогда, получается, и все. Поперли. Там будет храм, вот, там все дела, поэтому погнали. Блин, только нас сначала бы, наверное... Так, я так понимаю, что в Гринфорд, ну, кстати, наверное, мы сможем, да. Он типа наш сейчас, да? Так, давай сразу вверх на починиться. То у нас что-то прям вообще покоцали дико. Капитан, у меня для вас есть прекрасный корабль. Вот ни капли не сомневаюсь. Кстати, если у него есть реально корабль, блин, флейт. Может, флейт купить за 50 тысяч? Может, еще все хоть что-то постреляет? Какой-нибудь лопуха туда посадить? Купить судно... Так, подожди. Сначала все, давай сохранимся. Капитан, у меня для вас есть прекрасный корабль. А, я понял. Вот он как работает, я понял. Блин, хорошо. Хорошо сохранился, болван. Пипец он за меня, этот выбранный корабль. Капитан, у меня для вас есть прекрасный корабль. Так, поставить капитана этих лоботряс мы не будем. Давай какого-нибудь вот этого вот. Посмотреть на умение. 2-3, посмотреть на умение. О, вот это вот ничего вроде как. Его быстренько, наверное, потопит. Потом давай вот этого поставим. Так, и давай купим ему флейт. Сейчас будет бойня, поэтому я думаю, что лишним не будет этот кораблик один, да? Так, давай сразу наймем полностью. Сейчас битва будет какая-то дикая. Чем я могу вам помочь? Так, пополнить, отлично. Ой, а нафига мы его набираем? Смотри, у нас половина команды, с ума сойти. Просто обалдеть. Фига себе. Блин, какая же музыка классная, а? Так, надо сейчас еще обязательно всем репутацию поднять. Так, тут все, да? Да боже ты мой. Так, персонаж. Так, не персонаж, корабль. Команда, поднять. Ага, все героические. У меня что-то не героическое, ни черта была. Так, все. Все, плывем на этот. Половим на этот, на... Как его? Ну, короче, туда, к этому, к островам, к этим пиратским, черт возьми. Забыл, как Каэль-Роа. Или как-то так. Вот, а сейчас тут заруба будет. Просто пипец, я чувствую. Но, по идее, финальная драка с Элхардом, поэтому посмотрим. Потом я, наверное, еще позахватываю форты. Сейчас, по идее, мы за пиратов работаем. И потом, наверное, задумываться, что мы тоже за пиратами останемся. То есть с Испанией будем, типа, дружить, да, там, с этими. Но будем с этими. Так, а Гринфорд, смотри-ка, английский. Почему-то. Видимо, мы по сюжету его захватили, да, из-за этого у нас проблем нет. Так, Каэль-Роа, он туда. Видимо, из-за этого. Вот, ну ладно. Так, с Англией мы сейчас воюем, поэтому... Тихо.
Давай, попробуем. Сейчас опять там, наверное, мановары, черт возьми. Пипец. Вот зарядить это... коней пилями. Вот есть, это жесть. Капитан. Это пипец. Я не могу. Он почему-то не стреляет, зараза. Вот хоть убей. Смотри, нас просто ухайдакали. Есть, капитан. Просто уничтожили, офигеть. Так, ой, ну-ка давай, давай. Блин, как там, забыл. Ку, ку-ку-ку, во-во, мы просто с потопленного корабля, обалдеть. Мы бы, ну, на, наш маловар потопили, мы просто с потопленного корабля перепрыгнули, грубо говоря, на этот. Офигеть. Так, ну-ка, заразы такие. Но, наверное, мы в любом случае будем загружаться. Вот, потому что... О, какой там синий эта штука. А, потому что, этот, нам надо чиниться еще будет, да, где-то? Поэтому я думаю, что не вариант. Но мановары, наверное, можно позахватывать. Я не знаю, нам опыта, наверное, очень много дадут. Вот, поэтому пес его знает. В любом случае, я думаю, что мы победим. Вот, и, наверное, единственный вариант с мановарами — это реально их захватить. То есть по-другому, то есть стрелять вообще бесполезно. Они все по нам просто сносят. У нас хотя и прокачано на 10 все, но они просто невероятное количество нам сносят. Это просто пипец. Да, вон тут сандалим, прям пипец. Так, ладно, тут не будем. Го на следующую палубу. У нас шпага просто огонь. Так, все, окей. Да, тихо-тихо-тихо. Так, пойдет. Так, отлично. Так, все, да? Так, ну тут надо тут захватить. О, пипец, вот так вот перепрыгивать с корабля на корабль, обалдеть. Но мы всех наших пацанов потеряли, мне кажется, поэтому смысла, наверное, вот в этом нету у нас такого. Вообще нечестно. Очень нечестно. Так, вообще одинаковые, только у нас тут 9000, да, и 900 этот меньше. Обменять. Так, у нас 600 всего осталось, обалдеть. Так, подожди, давай обменять персонажа. Так, команда, давай всю тогда сюда. 400 команды просто исчезла, ладно. Сделаем вид, что все нормально. Так. Так. А что-то как-то странно. Так, это наш? Это наш. Давай попробуем, может быть, типа захватываем. Пес его знает. Так, это флейт наш, да? Да, у нас там, посмотрите, пацанов всех потопили. Просто пипец. Не, это вообще не вариант. Тут просто и мы их завалим, и они нас завалят. Это, короче, друг дружку просто перебьем. Чем мы сильнее, тем они сильнее. То есть вот эта вот глупость просто нереальная. И у нас вот сейчас три мановара. Вот сейчас опять, да, чисто посмотреть. Вот сейчас у них там опять будет флотилия, пипец. Вот сколько их там? Ой, сильно как бьют. Ну, кстати, в этот раз что-то их не особо много.
Кстати, они всегда бьют почему-то по мачтам сразу. Ну давай, тут два мановара всего-то. Хорош. 7 тысяч сюда. Вот издалека более-менее еще. Ага, мы не достаем, да? Да, не достаем. Так, ну давай тогда. Обалдеть. Ой, пипец, чиниться надо, жесть. Короче, воевать с этими, с англичанами вообще невыгодно. Пипец. Вот один мановар наших, посмотри, сколько по этот самый покромсал. Кошмар. Да, 700, конечно, опыта. Ой, 7-800 опыта, это все дела. Но, пипец, нам надо сейчас, получается, куда-то заплывать, чтобы чиниться. Вот на кибарской стиле, наверное, можно. Он чей? Хрен просышь. В общем, пипец, без починки никак. Вот, пиратский форт. По-моему, там... Хотя, черт его знает, может, там что-то есть. Мы-то ведь теперь... Так, подожди, доплыть. Мы-то ведь теперь эти... А, тут нельзя, блин, вот говно. Так. Короче, нам надо куда-то... На Окс... На Оксбей, да-да-да. Редмонд, Оксбей, ой, пипец. И англичашки везде, но, благо, вон, на Двизен. Так. Вот так пойдет. Сейчас починимся. Насрать на эту Англию. Мы всех там завалим. Ну, наплевать. Так. Так, подожди. Ага, не дает начать. Отлично. Так, надо сначала матросов. До утра давай. Вот деньги. Сразу матросов наймем еще. Блин, конечно, вот это сделано, что всегда соответствует твоему. Вот это вот под, уровень подыгрывает. Вот это прям не очень сделано. То есть не чувствуешь какого-то дикого превосходства. Вот кроме пиратов, да. Пираты, они, да, они какие-то лохмандеи. А вот именно на Англию, на довизенные сети на, нападаешь, вот, и как бы... Так, где там? Матрасы, матрасов надо набрать. Вот, и они прям 18 там мановара. Сколько там было? 4 мановара, да? Блин, обалдеть. У нас 4, и 3, и там 4. Блин, мне кажется, это как-то, не знаю, как-то неправильно, что ли. Мановар это типа вообще там чуть ли не какое-то уникальное судно было. Там одно, наверное, какое-нибудь там, да? А тут, блин, в каждом втором флоте там одни мановары. Линкоры так уже вообще ничего не значат. Это просто пипец. Не говоря о фрегатах. Мне кажется, самый вашим популярный услугам, сэр, это был фрегат. К ремонту. А тут получается, что самый популярный это мановар. А фрегат это вообще какой-то такой, знаете, промежуточный корабль, блин. Странное дело. Ладно, все, гоним тогда не этот самый. У нас есть навык, что мы можем избежать боя, поэтому я предлагаю им и воспользоваться, да? Потому что сейчас основную линию мы доделаем, и у нас будет времени много. Со всеми тут повоевать, черт возьми. Надо не забывать, на Дувизене есть контрабандисты, пираты. Вот в нем вроде как можно дипломата найти. Так, ладно, все, поперли. Так, нам нужен... Ледофлер. Вот опять карта сдвинулась, и пес ее знает, куда и плыть. Ну туда, прямо, короче. Так, Англия, да, за нами, зараза. О, о, португальцы, помогите, братаны. Хорош, развели. Развели. Так, португальцы, тихо-тихо. Так, все, плывем туда, ну ее нафиг. О, тихо-тихо-тихо. Да все-все, я ушел уже, я спрятался. Ой, зараза, да посмотри на него. Еще один! А-а-а, помогите! 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 Ой, только... Да иди в жопу! Вот прям вот смотри, а! Это пипец. Не, короче, я загружаюсь. Нас сейчас потреплят, хотя... Хотя давайте посмотрим, может быть, не так сильно потреплят. Но мы, наверное, свалить просто-напросто не сможем. Говно какое-то, прям не могу. Ну давай.
Тихо, все. Так, ну ладно, нас немножко потрепало. Пойдет. Вот, я думаю, что нормально. Не сильно там. Сейчас нам надо, главное, захватить этот Салхарда. Попробуем его захватить живьем. Так, подожди. Сохранить. Так, экспансы нормально. Ну, погнали. Да, немножко потрепали нас, но в целом нормально. В целом нормально. Так, вот он, Салхард, да? Первый, кстати говоря. Так, вот он, да? Ой, какой у него красивый кораблик-то. Или это не он? Это он, смотри, у него уникальный. Офигеть, все за ним. Пацаны, смотрите, у него какой уникальный. Офигеть. Обалдеть. Я хочу его. Обалдеть, какой крутой, смотрите. Ух ты. Так, прощай флейт, я понял. Блин, только не нравится мне. Блин, знаете что? Знаете что? Давайте сейчас сделаем. Мы корабли поменяем, у нас будет три разных. Я думаю, что будет так круто. Давайте так и сделаем. У нас будет три разных корабля, потому что сейчас я поменяю полосатый, и у нас останется два одинаковых. Так, давайте так сделаем, пока не этот самый. Вот ими бомб. Так, то есть вот какой-то из этих, да? 5400, 600. Давайте вот эту поменяем. Так, менять и обменять. Вот так вот. Персонажи, команда, все тоже пойдет. Все, вот так, все, мы теперь на этом. И вот теперь можно сандалить на Ксайлхарду. Вот сейчас у нас будут эти корабли нормальные, обычные. Давай. Так, вот он, да? Давай. Ох, как там садил, пипец. Надо быстрей. Хорош. Ой, да они квестовые, пипец. О, пацаны, пипец, они квестовые. Ха-ха! Ну, это дармас тогда. Блин, красивый корабль, да? Уникальный хотя бы. Да, зараза, блин. Ой, пипец. Вообще шансов ноль. Так, ну, может быть, кстати говоря, здесь и обыскивать-то ничего нельзя. Пес его знает. Нет, что-то можно. Блин, вот сглючило в прошлый раз. И он... Ой-ой-ой-ой. Пацаны, разойдись. Все-таки рожь довольная. Зайдись. Вот они любят, блин, встать и смотреть. Да, тут барахла полно. Так, по-моему, здесь вот что есть. Здесь нету. Пацаны, здесь ничего нет. Так, давай. И все. Вот этот мановар. Враг сдался. Выберите участь. Взять в плен. Конечно же, мы не будем его убивать. Мы, может, его там за 2 миллиарда выторгиваем. Го, возьмем в плен. Бель. Так, 15 тысяч, 9 тысяч у него осталось, 950. Обменять, команда. Конечно, он выглядит прикольно, но он не такой крепкий, как у нас, но тем не менее. Так, все, товары, взять все. Все. Тихо. Тони. Зараза, немножко влюбился. Так, ну эти-то дрищи, сейчас быстренько их. Еще и стреляют что-то там. Ладно. Так, все, этот затонул, отлично, новая запись. Всех мы победили, да? Линкор еще какой-то тут был. Так, это наш, вот этот вот еще остался какой-то. Где? Это вот этот? Флейт даже наш остался еще, с ума сойти. О, смотрите, красавец какой. Обалденный. Вот это кайф. Смотрите, какой синий. Супер, что с какой-то этой. Фига себе. Вот эта тема. Так, что у нас там осталось? Доплыть. Ну, бухта Кальроа получается. Только и все. Так, нам бы надо, наверное... Хотя, наверное, давай причалим, черт его знает. Заставка будет какая-то. О, это тут с нами. Так, ладно. У нас они, конечно, покоцаны, но у нас сейф есть. Давай поговорим, Натаниэль. Натаниэль, храм, скорее всего, располагается в глубине острова. Нам придется прогуляться. Думаю, команду лучше оставить на корабле. Сначала посмотрим на храм своими глазами. Блин. Доброго здоровья. Идея не очень.
Будьте аккуратнее в... будьте аккуратнее в храме, друзья мои. Написавший табличку сообщает о ловушке возле входа в альков бога солнца. Спасибо за предостережение. Вы закончили перевод? Да, но где-то бумага была подмочена и подмята, и я не смог разобрать письмена. Там что-то говорилось об алькове и спящем боге. Но вряд ли стоит обращать на это внимание. Обычно это туземные сказки. Проклятие, но где же находится сокровище? Я полагаю, именно в алькове находится вход в сокровищницу, а точнее усыпальницу. Тогда вперед. Подождите, дело в том, что храм можно войти только тогда, когда он залит солнцем. Какой-то сложный механизм, я не знаю. Да? Тогда придется подождать солнца. Надеюсь, сегодня не начнется сезон дождей. Так, где наш красавец там стоит? Нету. Блин, какой же крутой корабль там у этого, а? Блин, этому лоботряска хоть этот выдавай. Так, ладно, погнали. Там, по-моему, если не изменят память, еще будет эти... шкелеты какие-то, но их вроде не особо много. О. Давайте немножко скорости прибавим, потому что тут идти, черт возьми. Так. Храм. Так, это вы там шагаете, зараза. Так, давай-ка вот так, а то что-то сейчас скелеты тут выбегут. Но пока музыка не играет. Типа в этой. Что, здесь враги какие-то? Так, тут вроде ничего. Так, вот-то музыка пропала. Вот любит музыка просто отключаться, вот когда по всяким пещерам бегаешь. Так, ага. Ну все, вроде как больше проходов нет. Только сюда. Лабиринт. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, давай, наверное, сохранимся. Ага, я понял, все, сохраниться нельзя уже. Так, и тут музыка играет, поэтому я думаю, что да, тут сейчас будет заруба. Что-то никого нет. Так, у нас тут три. Давай поговорим, Натаниэль. Здесь три прохода. Какой из них выберем? Может, это и есть ловушка, о которой говорил Клемен? Доброго здоровья. Вряд ли. Письмена гласят, что ловушка находится у входа в альков бога солнца. Здесь же, скорее всего, начинается лабиринт. Лабиринт? Да, лабиринт. Разве я не упоминал о нем? Чтобы добраться до сокровища, вам придется пройти лабиринт. Думаю, что лишь один из этих проходов приведет нас к цели. Похоже, создатели храма любили пошутить. Давай поговорим, Натаниэль. Тогда нам надо разделиться. Так мы обыщем лабиринт гораздо быстрее. Я выбираю левый проход. Индейцы всегда были неравнодушны к этой стороне. Чего ты это взяла? Эй, погоди. Доброго здоровья, сэр. Может, это и не такая уж плохая идея. Она могла бы подождать ответа на свои слова. Давайте последуем ее примерно, Натаниэль. Я отправлюсь направо, а вам, как капитану, представляю центральный проход. Если вы, конечно, не против. Какая разница? Постарайтесь не заблудиться. Так, отлично. Давай еще медленнее, иди, пожалуйста. Спасибо большое. Это не я, если что. Мне кажется, сейчас дверь закроется за нами, да? Так, все, и дверь закрыта. Не закрыта. Ну ладно, по крайней мере, хотя бы так. О, сохраниться хоть можно, слава тебе, господи. Так, ладно, все, по-первых, мы теперь один. И вот сейчас, наверное, будут эти драки, черт возьми. Ну давайте. Блин, какой корабль-то классный, нахуй. При свете солнца на него посмотреть. У нас теперь три разных мановара. Вот это обалденно. Так, ну давайте, мерзавцы. Так, ну вон вижу одного. Ой, они квестовые, отлично. Так, ну, видимо, не стали здесь разрабы, да? Сильно морочиться. Кстати, труп какой-то, может быть, что-нибудь с него... можно забрать? Блин, очень плохо. Так, что-то тут, по-моему, надо было по каким-то символам бегать. Типа символ черепка и солнца, и надо было по солнцу выбирать. Ну, давайте сюда пока побежим, не знаю, будет что. Подсказок-то никаких. Черт бы их поборал. Так, угу. Звуки, конечно, криповые тут. Так, там никого. Тут тоже никого. Вот. Вот нам направо надо.
Кстати, там баночка. Год сначала туда сгоняем. Что-то какая-то одинокая банка стрёмная. Такое ощущение, как будто, знаете, что-то сейчас должно на нас упасть тут. Ну, вроде норм. Так, ладно, тут, я так думаю, не особо чего много, поэтому погнали. Вот видите символы? Нам надо вот на солнце идти. То есть вот сюда. По символу. Ну, тут прям выбор. Вообще. А, вот здесь секретно, по-моему, ката. Во-во-во, точно! Офигеть, случайно нашел! Здесь эта комната с разработчиками, прикиньте, Дмитрий Архипов. Обалдеть, изакелы. Дмитрий Демьяновский. Офигеть. Игорь Кудрявцев. Федор Сапрунов. Блин, как прикольно. Нифига, тут можно вот эту меч и что-то такое. Это дробовик? Ха-ха-ха, блин, прикинь. Вот этот дробовик можно достать. Блин, офигеть. Вот это круть. Ладно, всех мы тут не будем. Блин, я думал, это Юрий Ленин. Это, я думал, девушка какая-то, блин, обалдеть. Фига себе, вот это пасхалочка, прикол. Прикол, прикол. Прикол. Давайте всех посмотрим. Зачитывать не буду, конечно, но... Тем не менее, блин, на еще на пол обязательно посмотреть. Вот тупо программист. Ой, что такое? Что за музыка? О, там какой-то крутой аж прям. А кто главный-то среди них, интересно? Еще бы этот роль бы подписывали. Ред. Крыса какая-то. Так, Иван наш Кузнецов. Андрей Осипов. Ну, прикольно, прикольно. Во, смотри, Акелла. Офигеть. Вот это круть. Вот обожаю, когда такие пасхалки оставляют. Офигеть. А еще бы что-нибудь тут можно было бы забрать? Меч какой-нибудь, было бы здорово. Типа невидимая стена. Офигеть. Так, вот я помню, что вот надо было по этим вот символам идти. Вот, но, видимо... Не только сюда, так скажем. Вот, может быть, даже не основной. Вот это сюжет-то нам надо было тогда идти. Потом пес его знает. Ладно. Блин, вот. Сейчас вот все стены теперь пробегать, блин, офигеть. Вот, ну, по крайней мере, я забыл совсем про нее. Я еще подумал, что надо обязательно будет показать. Блин, обалденно. Хорошо, что наткнулся на нее, офигенно. Ха-ха-ха, блин, еще бежал-то, главное, случайно так вообще. Ровненько сюда и прибежал. Так, ну, по крайней мере, этих шкелетонов тут нет. На, сейчас, наверное, ускоримся немножко. Пока ищем. Скелетов вроде пока нет. Так, куда-то вышли. Ага, мы тут вышли, окей. Так, мы, получается, эту сторону вроде как смотрели. Там единственный момент был. Давай, наверное, немножко ускоримся. Вот так вот, наверное, быстрее будет. Так, мы ходили сюда. А, не, да, подожди, где он там? Мы сюда забирали бутылку, да? И тут, наверное, потом прошли отсюда, да-да-да. То есть, получается, мы здесь все осмотрели. Это пипец. Так, оттуда мы пришли. Ой-ой-ой. Так-так-так, что тут есть? Так, какие-то письмена. Я пес его знает. Нет, ничего нельзя сделать. Так, ладно, нам не сюда, да? Окей. Тут вроде как тоже вроде ничего нет. Так, ладно. Хоть бы скелетов надобавляли, что ли. Знаете, типа, как-то хоть бы противодействовали бы нам. А то, блин, бегаешь сам по себе. Мне кажется, мы отсюда пришли, да. Или нам как раз-таки сюда. А, нам сюда, наверное, на. Это... Подожди ты, мужики! Скорость большая. О-о-о! Извините, пожалуйста. Фига они мощные! У-у-у! По 200 хп, с ума сойти. Вот это да. Похоже, нам сюда надо как раз таки было. Ну давай, то хотел сказать, блин. Так, давай сюда.
Так, в темноту или в свет? Нет, спасибо. Пойдем на свет. Так, по-прежнему я не вижу этих указателей. О, мы, наверное, типа на втором этаже. Сейчас вот снизу, вот здесь, наверное, будет как раз-таки тот этаж, где мы только что были, да? Да, вот мы вышли отсюда, теперь мы на втором этаже. В этой же комнате. Так, у нас тут, да, что-то есть проход. Ох, чувствую, сейчас пробегаем тут, пипец. Ох, чувствую, пробегаем. Так, ну, музыка хоть появилась какая-то. Так, вот там что-то, какие-то развалины, поэтому давай сначала сюда сгоняем. Так, ну-ка выходить, никого нет? Угу. Какая-то вот стена поплыла. Так, куда-то еще немножко выше. Так, ага. Так, здорово. О, попал, кстати. Пойдет. Зарубили мужика. Так, там еще есть. Так, а можем сохраниться? Можем, кстати. Ладно, тут нам небольшая проблема. Небольшая проблема. Быстро сохранился, урод. Небольшая проблема. Блин, нифига себе ты болван. Зазнался, вот иногда зазнаешься, а потом попадается какой-то супер скелет. Он на 200 хп. И ты так думаешь, блин, ты что не сохранился-то, болван? Фу. Пойдет. Так, фонарика не хватает. Вот везде темно, а мы светимся, как новогодняя гирлянда, блин. Ой, ничего не вижу. Я сам себе отсвечиваю. Просто пипец. Надеюсь, мы правильно идем. Не, куда-то в жопу мира вышли. Так, ага. Кругаля, походу, дали, да? Мы опять вышли тут же. Обалдеть. Ну давай в эту сторону тогда. Вот это уж точно храм. Так, у нас получается вдоль храм, то есть давай вот так вот пройдем. Это, я так понимаю, вот, да, одинаковый проход тут, о, так, это, интересно, второй какой-то этот, или это первый этаж? Блин, это пипец непонятно. Боже мой. По-моему, это первый этаж. Так, вот вторая какая-то. Так, а может и третий, черт его знает. Так, ну ладно, что-то новенькое, значит, вроде как правильно идем. Блин, обалдеть. Вот эти, конечно, без карты. Мне кажется, надо карту начинать рисовать нахрен. Иначе это пипец будет. Самое главное, это вовремя escape нажать, чтобы драться потом со скелетами. Вот сейчас мы перейдем, да, в лабиринт или нет? Да. Так, получается, у нас здесь какая-то своя фигота. Вот. Небольшая причем. Поэтому предлагаю ее сначала изучить всю. Так, две комнаты. Здесь налево. Это коридор с той соседней комнатой. Так, тут никаких секреток нет. И вот какая-то шляпа есть тут. Может, что-то надо тут делать? Секреток-то больше нет? Блин, хрен его знает. Так, ладно. Какая-то вторая комната. И вот это, мне кажется, уже вот здесь. Это...
с этими уже связано. Да, то есть мы сейчас кругами идем, грубо говоря. Все, это выход. Так, ладно, мы там побывали. Вообще какой-то мрак, пипец. Так, 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 так. Нам надо, наверное, на другую сторону, да, перебегать. Давай, дрищ, иди сюда. Так, что-то валяется тут, или мне кажется? У 111 неплохо. Вот смотрите, какой-то... Вот, что-то есть, смотрите, реально. Монетка какая-то. Маленькая жемчужина. Так, ну, я так понял, это ничем нам не поможет, да? Фига, у нас тут барахла-то. Маленькая же простая, красивая жемчужина. Ну да, я понял. Так, ладно. Погнали дальше. Так, мы тут были. Во! Так, что-то куда-то вышли. Отлично. Давай, давай, где-то там. Тихо, тихо, тихо. Хорош. Так, что-то тут какая-то кнопка. Что-то тут какая-то кнопка. О, идола поставили. Так, сюда. Так, никто там... Ага, никто там не выбежит. Тихо, тихо. Где-то, где-то. Так, все, норм. Так, у нас открылось, получается, перед нами вот это вот, да? Раз мы туда рожей стояли. Либо вот это, которое из них открылось, хрен его знает. По-моему, вот это вот. То есть у нас... Вот это стоял, да, вот так вот. Вот это открылось, получается. Блин, тут визуально вообще не отличить. А, нет. Вот смотрите, по солнышку нам сюда. То есть, получается, вот это открылось, все верно. Прикол. Так, ничего собрать нельзя уже. Ладно, поперли. Просто там какая-то другая была, это... Альков. О, эти так уже тут, я понял. И чё? Чё, типа? О, это музыка. Так, фига вот тут зал огромнейший. И только вот это вот внизу лампа, вот это там взять надо. А вот это вот для чего сделано? Го, поднимемся, вот просто проверить. Огромный зал, чисто вот за сферой только. Всё. А, я понял. Ну-ка, да. Ха-ха-ха! Раскатал губищу, сейчас. Там я так подозреваю. Подозреваю точно так же, да? Я, конечно, проверю. А, не, смотри-ка, тут можно... А, тоже нельзя, да? Тут в другом месте, я понял. Но больше нам некуда идти, кроме как сюда. Поэтому поперли. Вот она, это... Что погубит эту? Тут не стоят никакие дрищи. Вроде нет. А, это еще порталы, точно. Блин, это же портал. Блин, я забыл с порталами-то. Точняк. Так. Это вот как раз-таки нам надо, видимо, наверх пойти, да? О, какая. Смотри, какая деревянная балка огромная. Офигеть. Так, ну давай. Поперли. Так, вот, ага. С первого этажа, да? Это специально, чтобы, типа, по-быстрому сюда не заходил. Так. Так, у нас здесь какой-то этот. Видимо, нам не сюда, я так понимаю, да? А, вот сюда. Вот, ну, давай. Музыка такая.
Так, ну, с порталами тут ничего особого. Нет, так, только ладно, понять, куда нам надо. Так, точно не сюда. Так, туда, либо... А, вот сюда нам, скорее всего, да? Там, я так понимаю, что там просто... Блин, а давай сгоняем. Вот чё? Вдруг что там секретное? Никто никогда сюда не ходил, а мы сейчас ходим. Вот это будет прикол. Мне кажется, по этой балке-то не найти. А, нет, тут обвал, да? Не, нету. Нету обвала. Ребят, мы, походу, выбрали правильный путь. Или нет? Ха-ха-ха, черт тебя побрал бы. Так, ну давай, посмотрим, правильно или нет. Я думаю, что сейчас портальнемся. А, я понял. Я понял, я понял. Ага. Спасибо большое, разрабы. Очень классно придумали. Давайте сделаем, чтобы он уж прошел 2 миллиарда километров, а потом понял, что там вообще не пройти. О, да, давайте так, это будет круто. Вот заразы какие, а. Так что вариативности, я так понимаю, у нас тут и не пахнет. Соответственно, идите туда, куда показано. Так, не рухнет ни черта. Ох, что-то как-то слишком тут все. Тут, наверное, сбоку точно так же, да? А, ну, кстати. Кстати, да. Так, ладно, давай. Ой, вот он. Пацаны, все, нашли, у какие. Стоп. Давай поговорим, Натаниэль. Да ты нашла тоже. Нарвала мне в бок, и если это не тот самый Альков, о котором говорил Клемя, да он рядом с тобой стоит. Но где же сокровище? Да, если ободрать золото со стен, выйдет не так уж много. Доброго здоровья. Не торопись, друзья мои, мы как раз стоим на пороге. Где-то здесь должен находиться потайной вход в усыпальницу. Ты предлагаешь начать простукивать стены? Вовсе нет, я надеюсь, что эти картины на стенах дадут нам ключ к поиску входа в усыпальницу, а также предупредят о возможных ловушках. Разве еще не все опасности позади? О, вряд ли. Создатели храма наверняка серьезно отнеслись к своему творению, и нас ждет еще немало опасностей. Впрочем, скоро мы все увидим, а пока разрешите мне подумать несколько минут, пожалуйста. Внимательно тебя слушаю. Может нам прогуляться по храму в поисках чего-нибудь ценного, пока он будет разбирать эти загорючки? Да ну к дьяволу! В этих лабиринтах сам черт ногу сломит. Как хочешь, прогуляйся сама. Кстати, я уже вижу, что можно добавить к тем сокровищам, что ждут нас впереди. Чур, это мое. Что? Сейчас на расслямдит, да, первое? Сферу эту. Доброго здоровья, сэр. Так, все, мы там ничего, видать, не нашли, да. Надо возвращаться на корабль. У меня есть опасение, что разрушение храма может вызвать землетрясение, или что похуже. Эти инки были мастера устраивать подобные ловушки. Вызвать землетрясение? Полноте. Да-да, пусть землетрясение — это моя догадка, но письмена на стенах гласят о какой-то чудовищной каре, что сотрет святотатца в пыль, не оставив даже земли под их ногами. Хорошо, мы убираемся. Так, у нас сейчас будет... И музыка такая добрая. У нас сейчас будет... Ой, заруба с жемчужиной. Так, смотрите, какая красота. Так, нам надо обязательно применить способность. Вот эту. Иначе... Иначе у нас там ничего не выйдет. Потопить его. Поэтому погнали. На абордаж, я так понимаю, что не взять ее, да? А где она? О, только не в камни грешься.
Какой-то жалкий фрегат, пипец. Смотри, какую красавицу, а. Го попробуем на всякий случай. Черт его знает. Может, можно схватить. Мы так пиратам, интересно, и останемся или нет? Блин, вот и зараза. Так, флейта у нас, я так понимаю, уже нет, да? Так. Ага, тихо. Ну-ка давай. Не, нифига. Уже могли бы захватить. Видимо, топить только придется. Окей. Ну ладно. Тогда топим. Обалдеть! Зарядить картечь, зарядить коней. Короче, надо паруса и сносить, это пипец. Нифига она быстро. Это пипец. О! Так. О! Другой разговор. Есть, капитан. У нас сразу от манваров ничего не осталось уже. Пипец там, лоханка, брили, пипец. Кошмар, не корабль, а говно какое-то. Так, сколько там осталось? 49, половина, с ума сойти. Сейчас у нас там... У нас манвар почти завалили, обалдеть. Давай быстрее нахрен! Блин, только выживи, братан. Зараза, потопился, ты посмотри, а. Блин, пипец. Ладно, давай сейчас быстренько. Блин, вот это какая мерзость, так. Короче, ладно, тут сейчас будут идти быстренько. Давайте сейчас тогда. Ты будешь со мной говорить, нет? Ну конечно. Что тебе доброго еще? Здоровья. Давай поговорим, да. Сейчас быстренько попробуем сбить паруса ей, потому что она более уж урон нанесла этим много. Пипец какой-то, конечно. Так, вот сейчас надо сохраниться. Балуан, блин. И вот только тогда, вот сейчас идти. Сейчас, короче, быстренько этот, ей паруса снесем. Пипец, у нас пол хп у корабля, обалдеть. Вот это тяжко. У нас пол хп у корабля, просто обалдеть. Так. Зарядить бомбами, есть, зарядить канипелями, есть, капитан. Так, сейчас будем, короче, будем сносить и этот. Паруса, ну их нахрен, это пипец. У нас есть лоботряс вообще в говно. Так. Сейчас догоним. Блин, зато давайте сначала посмотрим, какой у нас корабль. Вообще круть, да? Синий такой. Так, куда нам углу вот так? Пицца. Пол хп, кстати. Где она? Есть. Ой. Где она? Пипец. Так, ну флейту хана. Но остальные вроде как живы. Когда получается, да, она там застряла. Хорош. Сейчас снесем ей. Ты зараза какая, а? Да, она пипец мощная. Так, есть. Хорош, ну все, теперь ГГ. Сейчас вот эту еще снесем, чтобы она вообще на месте стояла, и тогда можно будет разбирать. Зараза, а? Крепенько, да? Все, теперь рыболовный баркас это теперь хорошо разбирать. Ну, сандали там, падла. О, прям вообще кайф.
Но он чтобы не успел потопить. Все, теперь точно будет стоять. Блин, нас даже почти завалило. Офигеть. Так, так, сейчас бы глава по нам не стреляла бы. Да ты, зараза, крепко так, ну как? 41%, серьезно? Офигеть. Офигеть, она потопила. Вы посмотрите. Она почти мановар уничтожила. Может, это мы постарались? А уничтожила? Просто обалдеть. Там с целой бригадой наших моряков прокачан. С ума сойти. Вот это дрянь. И нас почти завалило. Ну она что-то какая-то имбища вообще лютая. А где этот предатель-то? Что-то там где есть? Блин, мы хоть победим вообще? Не, ну она это совсем что-то какой-то пипец. Смотри, у нас хп осталось. Вообще стрелять не можем. Так, что у нас не осталось? А, бомб не осталось. Зарядить ядрами есть, капитан. Офигеть. 240 человек. Обалдеть. Я хрен его знаю. Зарядить канитерами есть. Так, зарядить картечью. Вот картечью попробуем. Может, всю команду перебить у нее. Обалдеть, это, конечно, вообще нонсенс. С ума сойти. Может быть, надо вот эту штуку использовать потом? Обалдеть! Обалдеть! Вот это да! Вот это прикол! Так, ну ладно. Так, что делать-то? Что делать-то? Я хрен его знает. Наверное, давайте попробуем тогда сначала постреляться, а потом за эту штуку использовать. Может быть, что-нибудь типа такого, что надо сначала подраться, а потом эту использовать. Это пипец, конечно. О, можно свалить? А, нет. Да, урон у нее, конечно, мама не горюй. Это пипец. Да что ты? Зарядить канипелями есть, капитан. А, в любом случае, сначала канипелями. Чтоб она хотя бы стояла. Пипец, она по нам садит. Вообще, как ее победить-то? С ума сойти. Вы только гляньте, это же нереально. У нее вообще хп не отбирается. То есть получается нас... А, ну, хотя бы отбираются. То есть получается, в любом случае, надо... Блин, тогда давайте, давайте попробуем так картечью побить. Я не знаю. Давай сразу тогда заюзаем. Это пипец, конечно. Зарядить картечью. Есть, капитан. Так, ну давай попробуем. Надо сначала посмотреть, хоть вообще. У него хоть вообще отбираться. Так, вот у него команда 598. Кстати, у нас фул хп какого-то лешего теперь. Странно даже. А до этого было пол хп. Неужели она так много сняла нам? Тихо. Так, да? Вот так ты, да? Видать, придется все наши мановары тратить.
Так, сколько вот у нее сейчас? 490, сотенку мы сняли. Пойдем. Так, минус один корабль точно. Ну-ка, может быть, сейчас перебьем, она не так часто будет стрелять по нам. Блин, конечно, урон колоссальный какой-то, это жесть. Так, ну-ка. 340 человек. У нас вообще все корабли пропали. Это пипец. По сотне за залп. По-моему, без разницы, да? Ну, вроде она, слушай, медленнее. Нет, по-моему, нифига не медленнее стала стрелять. По-моему, нифига. То есть, что там народу? Вот, вот у нее 130 человек сейчас. Ни черта не медленнее. Обалдеть. 62 человека она стрелять должна раз в сутки, блин. Офигеть! Как ее победить-то? С ума сойти. Короче, все, мановары теперь точно нам надо тратить. Вот, иначе это пипец. Так, вот сейчас. Вот смотрите, у нас опять половина хп только почему-то. Зарядить бомбами есть, капитан. Пес его знает. А можем куда-то уплыть? Кроме него не можем. Сейчас влеплюсь. Так, ну флейту хана. Так, ладно. Давай юзать. Обалдеть. Она очень сильная. Просто кошмар. О, смотри, у нас хп полное. А, может быть, вот эта вот шляпа нас хилит полностью? Слушайте. Мне кажется, вот эта штука, она похилила нас, не? Ой, тогда так неплохо, слушай. Тогда неплохо. Тогда неплохо. А, она хилит нас, обалдеть. Вот почему фул хп-то. Фига, я такого не знал. Так, надо гонять. Короче, так... Все, тогда да, тогда норм. Короче, сейчас тогда воюем до победного, да? Вот, а потом, то есть, потом хилимся, когда у нас уже полная задница будет. Вот тогда вот так надо сделать, точно. Так, сейчас воюем. Зарядить картечью, зарядить канипелями, есть капитан. Так, зарядить пока канипелями, есть капитан. Сейчас поплывем, будем мачты сносить. Да, это, конечно, сразу смело. О, офигеть! Зарядить бомбами, есть. Обалдеть, капитан. Ну все, ГГ, стрелям. Это нам долго, да? Хорош. Он как крутится, ты посмотри, падает. Так вот. Так, вот так вот делаем, потому что у нас там что-то покоцанный парень, и попробуем сейчас спасти его. Может, сейчас этих еще потреблят. Ну-ка, сейчас точно похилится? Нет. А, только нас, да? Смотри, только нас хилит. Хреново. Ну ладно, пацанов потеряли, походу, мы. Да, вы стреляйте, тупицы. Тридцать восемь, отлично, вроде побеждаем.
Еще бы мановар бы спасти наш. Зараз, какая, так не могу. Во. Так, один есть у нас, да, поток. Вот так хорошо, еще тот стал стрелять. Обалдеть, конечно. Зарядить ядрами есть, капитан. Пипец, она мощная, просто я не знаю. Тридцать 2%, чё это такое? Как её побеждать? Как её побеждать? Может, я слишком рано использую? Охренеть! Вообще просто какая-то дичь! Так, ладно, давайте тогда на следующую серию-то оставим. Вот этот бой, это ёхать вообще можно победить? Что-то, может, не так делаю? Фига у неё 30, там вообще она перестала хп потерять. Просто с ума сойти. Так, так, ребят, вроде я нашел способ, как победить эту заразу. Это просто пипец. Сейчас, наверное, будет попытка. В общем, ситуация такая. Надо обязательно жертвовать кораблями. И мы, кстати, в бою сразу можем меняться ими. Вот, так, сейчас быстренько объясню. Есть у нас такая функция, как ремонт 10%. То есть вот нам надо, чтобы дожать вот эту заразу. И, короче, сейчас покажу, это просто пипец. Иначе ее вообще не победить. У нас за один залп мановара ядер, этих бомб, сносит 1% ей. Это просто что-то с чем-то. Еще, кстати говоря, если мы на флейте... Блин, вот это зря сделал, ну ладно. В любом случае там очень долго будет все, поэтому сразу за юзом. Вот, там фишка такая, короче, в этот, как сказать-то, так. Давай сразу подплываем. Чем у тебя, у корабля меньше хп, тем больше отнимется у этой, у черной жемчужины, прикиньте. Вот такой вот вынос мозга. Так, нам надо... Зарядить картечью. Зарядить сразу коней, паруса ей сбивать. Есть, капитан. Вот, и дальше уже от этого плясать. То есть, вообще, на таких кораблях сейчас будем выживать. Все корабли у нас сольются, никуда от этого не деться, но что поделать. Это просто пипец. Это просто жесть. Гей там. Так, все, добиваем потихоньку. У нее пол хп. Ох, мы сейчас больше по себе. Так. Мы канипелями настреляем. Нам надо как можно больше снести этим парусов ей. Вот. Да, так, так, тихо, тихо, тихо. Чтобы она стояла на месте. Так, все, нормас. Почти ничего не осталось. Да ты тупица. Да он стрельнул. Фига псих. Да ты... Куда он стреляет? Ну, наших мановаров можем попрощаться с ними, да? Но ладно, мы еще их захватим, если что. Ты смотри, какая зараза, а? Давай, давай, детка. Блин, вот опять не стреляет. Все. Так, теперь только ядрами и сандалями. И теперь можем сами подплывать вплотную обязательно. То есть тактика только такая, иначе вообще ГГ. Вот смотрите, у нас сейчас появится ХП. Починка. И вот так вот мы вот с помощью этой фигни будем выживать. Жесть. Да тупица она, короче, не сразу. Так, давайте-ка, наверное,
В общем, она не сразу появляется, способность. То есть, когда ты ее выбрал, она, видать, сама не появится. Давай сначала, наверное, повоюем. Когда у нас хп мало останется, вот тогда заюзаем ее. Иначе это пипец будет. Хорош, видали, как мы? Картечь, ну, он нам мешал. Есть, капитан. Есть, капитан. Он нам просто мешал. Уйдет. У нас есть еще такая функция, как разворота быстрого. Сейчас другим залпом. Вот так. Ну ладно, она нам пойдет. Так, все, более-менее выровнялись. Сейчас еще одну башенку вот эту срубим. Вот, и можно будет уже на крополя. Во! Не, пока не появилась. Давай. Раз, а? В общем, аккуратненько сейчас. Блин, как-то сами стреляют. Вот, видите, появилась лечилка, вот сейчас мы хилимся. То есть мы отхиливаем то, что он наносит урон. И поэтому вот так вот и выживаем. Это пипец. Жесть, конечно. Сейчас следить надо. Просто пипец. Единственное, надо было третью банщину не сбить. Вот, опять хилимся. И вот только так. Так, давайте-ка мы сами собьем ее. Так, все мимо я был. Так, у нее 72 хп. Отлично. Фига он урон наносит, конечно, жесть. Ну, видите, отхиливаемся постоянно. Так, ладно. Я так понимаю, наверное, уже надо... Зарядить ядрами, есть. Зарядить бомбами, есть. Будем сейчас так. Интересно, без этой штуки можно его? Без штуки тут починить. Вернее, завалить. Вот у него сейчас 70 хп. 70% хп. Давайте заюзаем вот эту штуку сейчас. У него сейчас должно отняться и остаться где-то около 20 хп. Если 30, или вообще... Вообще 0 у него сейчас, по идее, должно остаться. 33, не меньше 33. Блин, ну это очень хреново. Ну ладно, что уж есть, фиксим. Вот. Блин, ну это, конечно, пипец. Девяносто три человека в команде, это пипец. Ну вот только так можно победить. Мы еще и мановар, может быть, спасем, обалдеть. Да, конечно, пипец. Вот мы отбираем 28, да, мы за один залп отбираем 1%. Это просто нереально. Очень сильно, я не знаю. Видимо, из-за того, что у нас слишком большой флот, может быть, из-за этого он к нам этот так много урона наносит, чё? Знаю. 27, то есть один залп это 1%, с ума сойти. Реально, один залп 1%. Тихо-тихо-тихо, братан. Так, все. Зарядить ядрами. Ядра закончились, ядрами стреляем. Вернее, бомбы закончились.
И это пипец. Этот, конечно, нам помогает еще неплохо. Но мне кажется, если он выживет, то вообще будет супер. Главное, чтобы по нам не стрельнул. Вы видите, он уже, в принципе, потихонечку даже перестал стрелять. Потому что у него команды не осталось. Либо патронов не осталось. В общем, вот единственный вариант это вот на краполях вот так вот стрелять было, это пипец. Но у нас сейчас этого потопит, скорее всего. О, хорошо. 6%, пацаны. О-о-о, наконец-то. Это был самый сложный босс реально во всех играх. Это пипец. Хорош. Все, 0%. Что за дела? Да это не гад. Хорош, 10 тысяч, ёпты. Фу, вот это да. Короче, ремонт пипец спас нас, это просто жесть. Вот, но, видимо, я так понимаю, что у нас все, и после игры нам не дадут поиграть, да, после прохождения. Вот, поэтому, наверное, бонус миссии, бонус прохождения мы, наверное, до загрузим сейф и поиграем немножечко до вот этой главной всей заморозки. На этом все тогда. Спасибо большое, ребята, за поддержку, за подписку. Мы поиграли в замечательную игру, еще бонус, конечно, будет, посмотрим. Вот, всем доброго, друзья, всем хорошего!
Эх, жаль, опыта нам, конечно, не дали, да? Было бы здорово. О, давай продолжить игру. Лол, можно продолжить игру, офигеть. Вот это круть, вот это круть. Еще один мановарчик мы спасли, это прям вообще здорово. Офигенно. Офигенно, так, сейчас быстренько тогда. Там, кстати, какой-то город еще показывают. Кайл-Роа. Ну, это, наверное, храм этот, да? Так, у нас что с этой, с Англией-то? Так, а хоть один остров-то остался вообще? Так, нам сейчас нам надо сохраниться, баллон. Так, ладно, давайте, наверное, тогда в следующей серии мы немножечко тут позахватываем. Да, команды, конечно, не осталось, пипец. Нам на второй мановар захватить. Мы воспользуемся, наверное, Англией. Вот, и посмотрим, что можно будет сделать. Потому что пока с ней война. Вот, и все тогда. Все на этом, спасибо, ребяшки! Вот, и все тогда. Увидимся уже на следующих прохождениях и других игр. Всем доброго, друзья! Всем хорошего снова! И всем пока!